Вы вошли в безопасную зону. Лучшее снаряжение во всем городе. Агент, я буду твоим связным в этом квартале на случай непредвиденных ситуаций. Но прежде всего я хочу отметить, что у тебя необыкновенная аура. Я чувствую, что нас ждет космос и энергетическая конвергенция как результат. Внимание! Вы выходите из безопасной зоны.
эгоиста. Да, это я. Да без понятия, когда меня домой отпустят. Ты на работе? Скажи, что нет. Ну, пожалуйста. Слушай, милая, у нас тут куча проблем с главной турбиной. А если она накроется, мы все будем в жопе, весь Манхэттен. Я сейчас не могу уйти, даже если очень захочу. К тому же тут военные. Тебя что, задержали? Твою мать, Джек, ты в порядке? В порядке. Но я не знаю, когда отсюда выберусь. Так что иди к Сэнди, забери мальчишек и сиди дома. Я приду, как только смогу. Я тебя люблю. Диспетчер, говорит агент Фейлау. Я уполномочена приказом президента и Министерством национальной безопасности. Директива 51. Операция «Ответ». Второй этап. Кто бы вы ни были, нас атакуют со всех сторон. Не знаю, чем вы можете помочь. А сейчас нам пригодится любая помощь. Откуда вам известна моя частота? Мы вас прикроем. Только не стреляйте в тех, кто пытается вам помочь. Конец связи. Подключаюсь к местным каналам ОТГ. Отряд 43. Хорошие новости. Сообщаю, что к вам идет подкрепление. Агенты спецотряда. Наконец-то! Вас только за смертью посылать! Гоните их сюда! Фостер, прикрываешь на лестнице! Мартинес, обходи с флага! Давайте, давайте! Рядом с вами находится эхозапись. Ситуация снаружи под контролем. Запишите в отчет. Пришел спецотряд и всех спас. Спасибо за отчет, отряд Браво. Будьте начеку, сохраняйте боеготовность. Рад, что вы живы. Теперь нужно обустроить базу. Зайди туда, осмотрись. Я, наконец, обзавелась транспортом, так что скоро буду. Давай. С
Система вентиляции и очистки воздуха включена. Уровень зара... Агент, нам нужно наладить работу базы и доказать жителям Нью-Йорка, что мы вернем им город. У нашей базы есть потенциал, но в данный момент она черт знает на что похожа. Чтобы привести ее в порядок, нам понадобится толковый персонал. В частности, врачи. В полевом госпитале в Madison Square Garden есть вирусолог, но тот район кишит бандитами. С ней мы сможем организовать работу медблока. Без нее... Командир ОТГ Бенитос сейчас в поле, и с ним нет связи. Верни его. Пусть займется силовым блоком базы. К тому же, я надеюсь, это повысит боевой дух ребят. Еще нам нужно электричество. Будет энергия, будет и нормальная разведка. У них был свой техник, но, видимо, с ним что-то случилось. Не найдем его, останемся без света. Исаак умеет сканировать все блоки базы и отслеживать изменения, так что ты всегда будешь в курсе дела. И чем лучше мы организуем работу базы, тем больше сможем сделать для города. Не забывай, нам нужна твоя помощь. В медицинском блоке сейчас полный раздрай. Тут нужен вирусолог, тогда мы сможем заняться изучением вируса и получать больше припасов. Не только для гражданских, но и для себя тоже. Говорят, чистильщики делают напалм недоступным. Я просто простудился. Не выспался, и все. Простите, сэр, пожалуйста, пройдем со мной. Что? Эй, пустите! Отпустите его, Марк! Он здоров, отпустите его!
Отлично, спасибо. Синта! Что-то тут есть. А я знаю, тут что-то есть. Агент, людям угрожают чистильщики. Требуется твое вмешательство. А я займусь креативной визуализацией, чтобы оказывать тебе удаленную поддержку. Внимание, диспетчер спецотряду. Со спутника зафиксирован необычный всплеск тепла в карантинной зоне на 36-й западной. Есть подозрение, что он вызван мутацией вируса. Нужна группа с защитным снаряжением для сбора данных. Внимание, вы вступаете на зараженную территорию. Вы покидаете зараженную зону. Агент, людям угрожают чистильщики. Требуется твое вмешательство. А я займусь креативной визуализацией, чтобы оказывать тебе удаленную поддержку. Даже не знаю, что бы мы тут без тебя делали. Плохо это у тебя получилось. Мы и сами бы справились.
хорошо поработали. Как здорово тут увидеть своих. Черт, у нас гости! Не расслабляйтесь! Внимание! Тут черепешками паука черцы! Я займу! Прекрасный агент, когда тебе... Спасибо за помощь. Без вас бы мы тут точно не справились.
прорвемся. Бобби, я дозвонился. Нашел человека из пресс-службы. Что говорят? Говорят, что ничего не знают, что игры отменены на неопределенный срок, аэропорты закрыты, никто не летает. То есть вся лига парализована. Они же не могут не играть. Знаю. Весь мир как будто спятил. Thank you.